Минос, один из легендарных царей Крита, действительно стал судьей в подземном царстве Аида после своей смерти. В древнегреческой мифологии ему была доверена важная роль в суде над душами умерших. Вместе с двумя другими судьями, Радамантом и Аком, Минос судил души умерших в подземном царстве Аида. Минос считался справедливым и мудрым судьей, принимающим решения о том, куда направить души в зависимости от их деяний при жизни, в Элизиум, рай. Тартар, ад или асфодельские поля – место для обычных душ. Один из братьев Миноса, также сын Зевса и Европы, который отвечал за суд в западной части подземного царства. Эак, сын Зевса и Гины, который судил души в восточной части подземного царства. После смерти души направлялись в подземное царство, где их встречали судьи, решавшие их посмертную судьбу. В мифах Минос изображается с жезлом или скипетром, символизирующим его власть и авторитет как судьи. В «Одиссее» Гомер упоминает Миноса как судью в подземном царстве. В «Эниде» Вергилий описывает Миноса, занимающегося разбором судеб душ. В произведениях греческих трагиков также встречаются упоминания о Миносе как о судье мертвых. Минос в качестве судьи умерших стал символом справедливого и беспристрастного правосудия, которое превышает земные ограничения. Роль Миноса в суде над душами отражает древнегреческие представления о жизни после смерти и необходимости справедливого возмездия за поступки, совершенные при жизни. Таким образом, Минос как судья царства умерших занимает важное место в греческой мифологии. Олицетворяя справедливость и мудрость, необходимые для принятия решений о судьбах душ в загробной жизни –